Вот она дырка. Вот она дырка. Вот так и никому дела нет. Тут сломанный тренажер. А вот здесь раз, два, три. Три тренажера убрали. Ну где-то же они стоят. Вот эту дырочку можно залатать. Это же не сложно. Детки, тихо. И вот возвращаемся назад к этой лестнице. Вообще, подумай, что она не закреплена никак. Вот на такое самое и катаются у нас дети. Ставь на местенько. Посильнее только как-нибудь. Уже нету поручней. Вот здесь должны были... Здесь должно быть поручни, чтобы детки не падали. А это чего-то у нас тут рыли возле площадки. И вот так красиво все засыпали. Прям красотища. Ровненько. А это поставили туалет для деток. Ну, недалеко от площадки. Осенью его забрали. Весной поставили. И вот такой весь чумазый назад привезли.